Сегодня мы приехали в научно-клинический центр, чтобы подарить детям немного волшебства. Очень приятно было снова принять участие в благотворительной акции. Сегодня вместе с детишками мы делали волшебный шар, лепили из пластилина красивые фигурки и заливали их блестками. Я лепила единорога с огромными крыльями ангела, который будет берегать девочку и защищать ее от болезней и давать ей счастье и надежду на то, что все ее мечты исполнятся в следующем новом году. Я встретила прекрасного мальчика Мишу, ему 3 года и 3 месяца. Сегодня с ним мы делали подделку. Это единорог, который летает в воздухе. И когда мы доделали подделку, Миша удивился, а почему же он все-таки не летает? Но надо верить в волшебство, особенно на Новый год. Все детки полные восхищения и ожидания, что ночью их единорожки взлетят. Я благодарна национальному конкурсу «Мисс Россия» за то, что дает возможность дарить радость детишкам и взрослым людям, которые в этом нуждаются.